This is Sparta! Вот эти бордюры можно переезжать или нет? Боже, каскадер и муч. Идеальный спуск. Как тут и был. Блин, чел едет, подожди, стой, стоять. Пиу. Все, можешь ехать. Клоунидзе. Ни двигатель, ни гусли, ничего не зацепил, да? Понимаю. А меня все игнорируют. Чел даже не пытался выцелить. А чё меня все игнорируют? Я тоже в танке, ра, пацаны. Пацаны, я здесь. Он меня найти не может. Он меня найти не может. Вы видели, он меня прицелом искал, шарудил там пушкой своей бучей. Надо ВКшку убивать. Я против батяры играю. Заряжу голду, потому что ВКшка там что-то НЛД даже рыжая. Да нет, у меня везимый зон, отстань. Все такие батяры. Боже. О, попал. Ебать. Тройной тулуп. Нас раскрыли. А тут нет фугасов, нечем деревья валить. А меня не ЛТшка засветила? Стан. А, да, не стыдно. И 900 урона на арте. Единственная арта в бою. Не влияет на бой. Идеально столб двумя снарядами убил. Фух, настроение повышается. Двумя снарядами его еще не убивали, я думаю. Как же я столб уничтожил просто, как будто бы он всю мне жизнь испортил. Так, поеду, мое лицо раскрашу. Я ошибся, нет? Не ошибся. Блядь. Петух на борще ничем не поможет. Блин, я обосрался с выстрелом. Ладно, пих. Угу. Борщ, помоги. Давай, красава. Бойте, мужик, классный, обалденный. Боже, красава. Я бы тебе 100 рублей дал. Вот это мужик просто помог мне, враг. Враг мне помог. Мне союзники так не помогают, как враги. Я боком там в перевороте танканул. И чел меня перевернул назад. Обалдеть, красава. Просто мужик. Честное сражение. Он меня на ноги поставил, чтобы дальше пиздиться. Просто красавчик. Просто красавчик. Боро. Да ладно, должен будешь. Нормальный чел попался. Нихера себе, 776. Обалдеть. Сейчас поровняю. Сейчас тебе жена поровняет. Шо по цифрам?
2210-56, 221%. Но в целом, если посмотреть на то, что наша аудитория танковая, и танкисты у нас и в игре, и в чатике, и на канале, в целом цифра ровная. Не вижу вообще никаких отклонений от равноты. Идеальная цифра. Вот просто круглая прям. Максимально круглая. Как nice. Круглая. Вот целое число круглое. 221056. Круглейшая цифра. Спасибо большое. Поравняли. Новая рубрика на канале. Поравнять полосочку называется. Спасибо большое. Поравняли. Тупо рации задавил, пацаны. Я так вот реально, я знал, что он взорвется. Он так щеку красиво подставил. Я был уверен на 1000%, что он взорвется. Я даже не удивился, типа. Стой, 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 притормози, притормози, стой, стой, стоять. Все, едь. Охо, прям сейчас взорву его, смотри. Бах. Подкручено чисто читы, заклинания. Что там еще? Ну, чисто, да. Блин, это параша фуловая. Че, шарфутюр заезжал? Шарфутюр почти заехал. Все рыло. Я, короче, валю отсюда. Мне кажется, я идеально съехал. Крыша зеленая, люк рыжий. Не, ну а чё? Точность это 0.30, сколько, 3 или 4 или 2? Просто в краюшек лючка попал. Военный маленький. Такое ощущение, как будто его просто сдуло. И на ютубе ники похожи, хотя бы похожи, потому что если разные, то тогда точно хрен запомнишь. А, уезжаю на баджер, а там бабаха на меня смотрит. Надо это, у кого-нибудь подсмотреть, как на ней люди играют. Оп, подсмотрел.